Понял, булочку сделать нормально. Давай, дыши. Ставший уже традиционным новогодний внутренний турнир школы единоборств «Витязь» объединил в своих стенах людей, которые дышат, живут боксом. В этом году он проводился в рамках проекта «Праздник спорта. Молодые ветра» при поддержке Департамента внутренней политики региона. Всего 3 раунда, каждый от 30 секунд для совсем юных боксеров до 2 минут для взрослых ребят. Но сколько за этим стоит сил, времени, трудов? Мы с 6 лет сюда ходим, вот скоро 10 лет, и никогда не стоит выбор, поменять что-то или нет. Ваня у нас не пропускает ни одну тренировку, у нас 3 тренировки в неделю. Это тот случай, когда вопрос не стоит, идти или не идти. У нас вообще теперь вся жизнь на системе, потому что здесь прививают любовь к режиму, к постоянству, и это очень помогает школе. Более 60 спортсменов вышли на ринг, чтобы показать не только свое мастерство, но и проверить себя на прочность. Занимаемся мы уже 4 года здесь. За это время у нас проходит уже 4-й турнир ежегодный. Турнир направлен на то, чтобы развивать детей, приобщить спорту, привить им здоровый образ жизни, показать, что их силы достаточно для решения задач будущей взрослой жизни. Не случайно из года в год в турнире принимают участие не только боксеры, но и ребята, которые занимаются в Витязи другими видами борьбы. Занимаюсь уже 2-й год, занимаюсь вообще армейским рукопашным боем, но по боксу уже 2-е соревнования у него. И первые были 1-е место, и сейчас 1-е место. Выход на боксерский ринг, как и выход на сцену для актеров, очень показателен. Волнение и страх могут сбить настрой и перечеркнуть месяцы тренировок. А кто-то, наоборот, мобилизуется и показывает лучший результат. Что интересно, когда выходят в ринг, они более собранные становятся, более сосредоточенные, чем на тренировке. Поэтому они понимают ответственность, та, которая на них лежит. Очень важно, что бокс формирует не только спортивные навыки, но и умение думать, рассуждать в, казалось бы, экстремальных ситуациях. Задача спорта не только развитие силовых способностей, психологических способностей, также умение держать себя в руках, то есть эмоции при себе держать. Бокс – это быстрые шахматы. Надо очень быстро думать, быстро принимать решения и анализировать. Внутриклубные состязания в Витязи дают возможность выйти на ринг как опытным боксерам, так и новичкам. При этом создается здоровая внутренняя конкуренция, которая позволяет в дальнейшем успешно соревноваться с другими клубами. Бывают и сложные бои, бывают и, ну, явно видно, кто выигрывает, красный или синий угол. Вот, бывают равные бои, но там больше нужно смотреть на технику. Боксеры в нашем клубе действительно очень техничные. Зачастую приходят сюда боксеры из другого клуба, есть чем сравнить. Мы прям гордимся нашими детьми. Воспитывается дух, воспитывается дисциплина, и дети становятся сильнее. И в таких боях, в таких турнирах они закаляются, становятся настоящими мужчинами. Среди юных спортсменов есть и девушки. Градова, смотри аккуратно, не работай. И часто в ловкости, решимости и силе они не уступают мальчишкам. Наряду со спортивными навыками, формирующими здоровое тело и дух, в школе единоборств «Витязь» много времени уделяется патриотическому воспитанию. Помимо спортивных мероприятий, «Витязь» проводит выходы, патриотические выходы, патриотическое мероприятие. Также ходят походы по памятникам Великой Отечественной войны. И тем самым показывают, какие наши были предки сильные, великие, и могучая наша Россия была. Безусловным авторитетом у детей и родителей пользуются тренеры школы «Витязь». Тренер для нас продолжение семьи. Очень его все дети любят. Где-то родители, может быть, немножко побаиваются что-то там сказать, или где-то, например, там не знают некоторые подходы психологии. Поэтому тренер как бы немножко отдельность настоящий, как бы такая личность вот, в процессе воспитания. Но все равно он играет огромную роль, то есть прививает ребенку целеустремленность, вот, терпение. Профессиональный тренерский состав, спортивные достижения, нравственное воспитание – вот 3 составляющих успешного роста и развития школы единоборств «Витязь». Здесь уверенно смотрят вперед и не намерены останавливаться на достигнутом. Только с уверенностью в своей собственной силе вы сможете пройти любой путь, победить любого соперника, независимо от того, больше он страшнее, сильнее или злее на вас смотрит. Мы всех можем победить, если будем уверены в себе. Говорят, что каждый человек рождается победителем. Но главная победа – это победа над собой, над своими страхами, слабостями, ленью. Спорт дает возможность развивать эти навыки. В школе единоборств «Витязь» это делают с самого детства. Здесь прекрасно понимают, что дети – наше будущее. И оно начинается прямо сейчас.